Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Юрский парк. Так, давай заберем еду. А здесь у нас пока пусто все. Так, ДНК не накопилось. Многие из вас посоветовали мне купить VIP-подписку. Ребята, стоит она недешево. 1500 рублей. Точнее, 599. Надо копить, прежде чем купить. Надеюсь, накопим к концу месяца, ну, может быть, в следующем месяце возьмем с вами VIP и будем рубаться. Но опять же, все зависит, ребята, от вас. Если она никому не интересна, зачем ей брать VIP-подписку для себя, что ли? Так, ну что, давай, наверное, я для чего зашел, ребята? Ну, во-первых, хочу сегодня попробовать победить в схватке. Я, правда, в этом не совсем уверен. Ну, а самое главное, вот здесь я хочу получить, да-да-да, динозавров. Так, хвост булава, столкновение. Твою налево, как посмотришь на них, аж страшно становится. Так, возьмем с тобой этого. Этого и... Блин, а у меня хищники-то есть какие-то еще прокачанные? О, подожди секунду. У нас же велоцираптор может прокачаться. Правда, мы его еще не вывели, по-моему, да? Так, секундочку, почему не вывели? Он у нас... Вот. Мы же можем с тобой сделать, по-моему, эволюцию. Погоди, 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 как это нету? Секунду. Мы получили в прошлой серии с тобой велоцираптора, так ведь? Чё они мне втирают, что у меня его нету? Я не понял. Вот он. Активировать. А, у меня даже ни одного доллара нет, прикинь. Я без денег. Тогда придется, ребята, зарабатывать где-то финансы. 25 долларов нужно. Ладно, пошли. Столкновение так столкновение. Раз, два... Три. Как думаешь, справимся, а? Я вот лично сомневаюсь. О, что? Нужно двух травоядных взять? Слушай, ну если тут нужно двух травоядных взять, я вряд ли пройду. Я, конечно, попытаюсь сделать все, что смогу, но мне кажется, здесь шансов у меня мало. Так, скалозавр против нас. Ну давай посмотрим, что он будет делать. Атакует. Очень хорошо бомбанул. Так, он наверняка взял защиту себе одну, да? Раз, два. Блин, всего лишь, давай тогда так сделаем. И защита, ну конечно же, ребята. Кто бы в этом сомневался, что он возьмет защиту. Так, смотрим. Странно, он не стал ничего делать. Неужели он все в защиту поставил, а? Вряд ли. Давай я вот так попробую. Ах ты, жучара, ты. Ты посмотри, что делает, а? Так, ладно. Что теперь он будет делать? Ага, не тут-то было, парень. Не тут-то было. Раз, два. Блин, мне всего один удар ему нужно нанести, понимаешь? Давай вот так попробуем. Да чтоб тебе, ты припарил уже, парень. Ну, теперь нам хана, по-моему. Он сейчас 4 в атаку, естественно. Дело дрянь. Дело, ребята, дрянь. Почему дрянь? Потому что, ну, как вот нам его теперь бомбить? Так, одного удара нам двух. Двух ударов будет достаточно. Вот так вот сделаем. Бумс. Так, отлетел. Сколько? 143 к атаке? Ты серьезно? Нам крышка, ребята. Фига себе. Да, друзья мои, я тут проиграл. Мне не справиться с ним. Ничего себе стегозавр, блин, прокачанный какой. Да, ребята, мы проиграли здесь. Ладно. Блин, мы долго слишком вот с этим вот, конечно, тут плясали. Ну, проиграл. Проиграл и проиграл. Ничего с этим не поделаешь. Ладно, пойдем с тобой выбирать другое событие. Так, а у нас только это, что ли? Нет, вот, ребята, здесь за еду. Пойдем драться за хавчик. Смотри-ка, какая вкусняшка здесь стоит. Возьмем этого и вот этого. Поехали.
Два хищника против травоядных. Ну ты понимаешь, да, что мы здесь выиграем. Тут уже ничего им не поможет и не спасет. Но опять же нужно сколько там, 3 поединка сделать. 2 атаки, правильно. 40. Почему 48, я не могу понять. Если 20 и 20, 40 должно быть. Так, ему достаточно 2 ударов. Плюс бонус. Так, лети отсюда, матрешка. Еще один пришел. Так, он делает одну атаку. Значит, у него, скорее всего, одна защита, либо он взял себе бонус. Ну, в любом случае, я его здесь ушатываю. Я делаю 4 атаки. Да, он взял защиту. Ну и, как видишь, победа здесь за нами. Так, сколько нам нужно поединков сделать? По-моему, 3. Ну, это как обычно, везде стандарт идет, да? По 3 поединка. Где мне доллары взять, скажи-ка мне на милости, а? Вот что меня больше интересует. Ух ты, водоплавающие. Ну тут однозначно берем торпиогната. И еще один торпиогнат. Ну пускай будет так. Я думаю, что здесь мы все-таки тоже победим. Давай я возьму бонус. Ему смысла менять нету, ребята, потому что у него одинаковый только уровень. Тут 23, тут 21. Он решил атаковать. Угу. Значит так, нам нужно сделать с тобой 2 атаки, но я боюсь, что он броню взял. Да. Он взял защиту. Вот же чара, а. Что дальше? Опять атакует, значит опять взял защиту. Ладно. Раз-два. Раз-раз. Вот так вот сделаем с тобой. Все, уводите этого паренька отсюда. Стегоцефал номер 2. Что будет делать? Ничего. Ребята, либо он поставил все на защиту, либо на бонусы. Но в любом случае мы его ушатываем. Не поможет тебе это, парень, не поможет. Победили. Ну, слушай, тропиогнат очень даже неплох. Мне понравился этот динозавр летающий. То, что у нас ДНК, это, конечно, все хорошо, но... мне нужны доллары, где их заработать? Так, ребята, здесь у нас водоплавающий. Как ты понимаешь, у меня денег нет, поэтому откатить я не смогу. Единственный варик — это взять Лимноцелис. И, скорее всего, Трицераптор или как? Лучше, наверное, возьмем Гуань Луня. Вот такой командой, я думаю, сможем мы все-таки победить. О, то-то-то. Мы проигрываем здесь, ребята, по атаке. Так, что он будет делать? 2 атаки или что? Странно. Ну-ка, попробуем, проверим. Не пробили, ребята, не пробили. Он взял бонус. Так, ну естественно, он сейчас нас укусит, и все, и нам крышка. Так, Гуань Лунь, давай. Ох, ёк-макарёк. Раз, два. И вот так. Иди отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. Аргентинозавр. Так, у него 25 к атаке идет. Все в атаку будет вливать? Нет, ребята. Тогда ему крышка. Надеюсь, да? Да, все, победили. То есть хавчик мы с тобой забираем. Да-да-да-да-да, Гуань Лунь, ты молодец. Сделал все как надо. А вот и набор с едой. Слушай, ну еды у нас, ух. Кажется, так много. На самом деле, ребята, это мало. Но то, что у нас идут очки доверия, вот это уже хорошо. Так, что у нас остается? Только лишь схватка травоядных, да? Блин, ты представляешь, это вот на третьем, ребята, точнее, на втором поединке нам выдают вот таких вот. А что будет тогда на третьем? Я даже боюсь представить. Вип в откате, ПВПшку, может быть, сыграть? Или все-таки схватку? 690 ДНК будет разыгрываться? Блин, ты посмотри, какие тут, а.
Мощные какие, а. Я даже не знаю, ребят, мы не справимся, наверное. 249 к атаке. У нас нет летающих сейчас в данный момент. Они все у нас в откатах. Ну, естественно, у меня денег нет, поэтому я их не смогу освободить. Скажи-ка мне на милость, а чем тогда мне заняться, а? Тут какие-то разработки идут. Блин, я хочу получить 25 уровень для того, чтобы открыть мне вот этот бассейн, где у нас будут водные динозавры. Почему все за доллары, ребята, да? Почему не за игровую валюту? Я, например, не могу себе открыть ячейку или еще что-нибудь. А, гиросфера. Это с 35 уровня открывается. А тут с 27-го босс события. Вот почему, ребята, меня на босса не пускает. Потому что уровень у меня слабенький. И если не ошибаюсь, этого босса бьют, по-моему, всей толпой. То есть все люди бомбят его, и кто больше, по-моему, нанес урона, тот получает награду. По-моему, так. 200 долларов. Блин, я бы сейчас в каком-нибудь событии поиграл бы, что ли. Давай пойдем с тобой в ПВП. Вдруг нам тут выпадут доллары. Фиг его знает. Видишь, тут 100 баксов себе выпало бы. Я был бы очень рад. Тут даже поединки, друзья мои, за доллары. Тогда придется за рекламу. Моя большая ошибка, что я взял двух водяных. Ох, ёк-макарёк, ты посмотри. Да. Ну, ты понимаешь, да, что шансов здесь выиграть очень мало. Мизер. Да, что мы будем делать здесь, я вообще не знаю, ребят. 209. Так, что же он мог взять? Ну, если я буду его атаковать, я все равно его, ребят, не пробью. Даже если буду атаковать. Он взял защиту. Он правильно, он почитал, сколько ему нужно до гибели. И... Так, ну пробить не пробьет ведь, так? Отлично. Два потратил. У него, значит, одна либо на защиту, либо на бонус у него стоит. Так, 209 нам нужно. Три атаки, я думаю, с него будет за глаза, да? Поехали. Отлично. Мне кажется, он взял все-таки себе бонус. Ох, ё-моё. Ты прикинь, какой он прокачанный. 96 к атаке идет. То есть он меня сейчас просто ушатает. Так, он поставил 3, да? 3 на атаку влепил. Раз, два, три. Этого будет достаточно. Плюс... А мы возьмем с тобой, наверное, бонус. Не рычи. Так, топижара. Тоже, ребята, имеет 93 к атаке. Что он будет делать? Что-то странно, как-то играет маленько. Но я, наверное, не смогу вот этим завалить, да, его получается? 26! Так, раз, два. Ты серьезно? Мне не хватит, ребят, даже его подбить. А, нет, хватило. Фух. Найс, ребят, вот это да. Это прям для меня даже неожиданно. Мы справились. Ну что, дай, пожалуйста, доллары. Доллары мне дай. А он мне дает. Трындец. 10 очков доверия, спасибо вам большое. Обалденный бонус. Прям вот нечего сказать. Давай еще крутанем. Ну-ка, дайте мне 100 долларов, пожалуйста, а? Ну что вам стоит дать мне 100 долларов? Нет, дают 500 еды. Эх, 500 еды. Так, давай посмотрим, может быть у нас какой-то динозавр хотя бы не прокачанный, я имею в виду в плане еды. Тут все, все сытые, все прока... Ага, вот. Угу, отлично. 20 уровень получает он. Поехали дальше смотреть.
Вот, стегоцефал. Почему не прокачанный? Все, теперь отлично. Так, подожди, это мне не нужно. Тут все отлично идет. Тепижара десятку имеет. Ну да, ребята, получается, что больше нам здесь пока делать нечего. Травоядные столкновения, блин. Ну, они в откатах 20 минут ждать. Ребята, это если только как вариант сделать паузу. Ну, я имею в виду закрыть игру и через 20 минут продолжить. Как вариант. Что скажешь, а? Там нам чуть-чуть не хватило его подбить. Так, а схватка вот эта вот... Где она? Вот. Да не VIP, а вот это вот. Что здесь? 350. К здоровью. 134 к атаке. Они все прокачанные здесь, да, получается, у него? Да, они все прокачанные. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда мы сделаем с вами проще. Подождем 20 минут, вернемся и попробуем пройти. Ну, нет так нет. Что мы можем сделать? Долларов у нас все равно нету. 10 долларов здесь даются за победу. Ну, ты ее вначале сделай еще. Так что увидимся попозже. Так, ну что, друзья мои. Вот и снова я. Так, давай схватки. В событии, да? Мы с тобой хотели повоевать. Фу, была не... Блин, совсем забыл, что травоядных нужно 2. Ой, жесть. Ладно. А что делать, ребят? Другого выбора нету. Смотрим. Самый мощный — это вот этот у нас, да, получается. Так, что он будет атаковать? 100%. Блин, пора бы это запомнить, что он атакует. Так, если мы нанесем ему 2 атаки. С 3 атак я его вынесу, да? Угу. Не вынесу. Так, что он будет делать? Все в атаку, ребята. Он сливает все в атаку. Так, раз. Раз и вот так. Попробуем. Сейчас выйдет вот этот вот холупчик. Что он будет делать? 3 атаки. Он все в атаку, ребята, слил, ты понимаешь? 70. 2, 3, 4. Ну и что, получится у нас его подбить? Ух. Слушай-ка. Так, мы пройдем. Ребята, ну что этот сделает? Ну, даже если он будет атаковать, он нас не уничтожит. У него не получится. А мы с тобой влупляем. И адиус, амиго. Да, но там еще третий поединок ждет нас впереди. Блин, слушай, крутой анкилозавр. Мне нравится. Подожди, анкилозавр, да. Я уже в них путаться начинаю тут. Такие названия у них. Так, ну понятно, что ДНК. Смотрим, смотрим. Да блин, подожди, то же самое, да? Один в один. Блин, ну это еще, ребята, полчаса ждать. А через сколько заканчивается это событие? Можно посмотреть по времени? Может быть, мы... Через 15 часов. Слушай, давай мы, наверное, попробуем с тобой завтра поиграть. Надеюсь, мы успеем зайти и сыграть это столкновение. Мне нужна, ребят, награда. Награда здесь, ну, ты сам видел, шикарные. Редкие динозавры. Я бы не отказался вот от этого, потому что один у меня есть уже, да? Ну, диплодок тоже можно было бы. Дилофозавр у нас есть. Тапижару можно было бы получить. Да, я думаю, что нам лучше с тобой сыграть завтра. Главное успеть, чтобы время не истекло. Через 15 часов это задание заканчивается. Что-то, мне кажется, я опять просплю. Продринкаю всю ночь и
завтра все это дело просплю. Ну что, друзья мои, тогда давайте мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!